Строго в срок. Пензенская область вновь в числе лучших регионов, который в полном объеме выполняет задачи по строительству и ремонту дорог в рамках национального проекта. Работы на всех объектах выполнены в намеченные даты. В текущем году также получили федеральную награду. Это диплом за исполнительскую дисциплину. Итоги у нас, в общем-то, неплохие. Контрольные точки мы все в текущем году выполнили. У нас задача стояла, это где-то провести работы и закончить на 94 объектах. Надлежащий вид приведено 175 километров автомобильных дорог. Особое внимание уделено мостовым сооружениям. Два новых построены в Кузнецком и Городищенском районах. Отремонтированы в Неверкинском и Каменском. Продолжается работа по реконструкции искусственного сооружения через ручей Безымянный в селе Абашево. Дорога вот между Панами и Абашево, там еще мост мы тоже решили восстановить, чтобы в целом весь тогда у нас с вами туристический маршрут, чтобы в целом он был готов. Сейчас мы там сделали, пока мост ремонтируется, мы объездную дорогу сделали там. Ну а вот на следующий год мы мост введем, отремонтируем дорогу от Наровчата до Панов. И от М5 до Абашева. На следующий год не менее амбициозные планы. Намечена работа на 160 объектах. Это ремонт 110 километров дорожного покрытия, реконструкция мостовых сооружений и мероприятий, направленные на безопасность.